Всем привет, ребят! И сегодня мы играем опять же в Geometry Dash, но на 1.9 сервере. Сегодня я бы хотел попробовать сделать уровень в этой версии и посмотреть, насколько сильно отличался редактор от нынешнего. Ну что ж, создаем новый уровень. Давайте так и назовем. И погнали делать. Кстати, сразу можно заметить, что очень мало тут вот блоков по сравнению с тем, насколько много их сейчас. Ну, тут, в принципе, ничего не изменилось. И у нас какие-то странные color триггеры. Сейчас это один триггер, а тут это много разных триггеров. И нет вкладочки с кастомными объектами. Так, я сейчас поставил какой-то блок случайно. Ну что ж, давайте я сейчас найду музыку и начну уже делать. Ну, в общем, вот такую музыку я выбрал. Короче, такая же, как на Firework. И приступим делать. Так, ну я думаю, для начала надо построить какой-то layout. Тут надо, наверное, поставить jump pad. Короче, наверное, для вас смысл. Вот это... Я не могу в самое начало уровня ставить объекты. Вот это поворот. Ну ладно, тогда как-нибудь выкручусь по-другому. Короче, решил, что музыку надо чуть-чуть обрезать примерно секунд на 4. Так. Может, чуть поменьше. Да, вот так вот будет нормально. Вполне. Ну что ж, тогда я буду сейчас все это делать. Думаю, сюда можно поставить портал в шарик. В принципе, блин, постоянно забываю, что вот тут нет кнопки удалить. На клавишу приходится это делать. Ну, вроде бы нормально. Ну вот, в принципе, что я построил. Давайте сейчас вам быстренько покажу лайаут. И уже совсем скоро перейду к его декорированию. Вот такой вот лайаут. Довольно простой, в принципе. Ну и сейчас буду его декорировать. Я даже не знаю, в каком стиле мне это сделать. Тут довольно мало блоков. Но давайте попробую что-то в неон стиле, например. И фонов тут тоже довольно мало. Что? В смысле, то есть... Что? Что с цветами? Ладно. Только где мне их настроить? А вот они где настраиваются. Так, ладно, давайте сделаем тогда это вот такого цвета. А как мне поставить его на другой слой? Может, вот так вот? Ой. Так, да. Чувствуется, мне придется разбираться. В смысле? Это что? Я понял. Это слой. Это цвет. Вот так вот. Может их сделать висящими в воздухе маленько? Нет, это слишком мало. Надо побольше. Просто в редакторе это выглядит как много, а на самом деле это довольно мало. Давайте вот это все накопируем сюда. Так. Ну что?
вот так вот. Пока что накопирую эти триггеры, а потом уже посмотрю, что там будет. Что дальше сделать интересного можно будет? Кстати, можно вот эти всякие ноты, наверное, я думаю, использовать. Ну, как мне кажется, в принципе, получается неплохо, а ужасно. Так, ну вот, я задекорировал маленько начало. Вроде выглядит неплохо и даже не ужасно. Ну, в общем, вот так вот я сделал. Не знаю, нормально или ненормально. Но не до конца задекорировал. Да и вообще уровень, как по мне, так себе получился. Но если мы наберем много лайков под этим видео, если оно вам понравится, то я, возможно, сделаю реально хороший уровень в этой версии. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.